would have a fixed angle right in the middle. What? What's going on? Break room. Bath, shower. You know what? It's true. I wish she was in America helping out my house. You have to go to a meeting, but you ain't no man, no devil. You do very good. So what's this? I don't feel bad, please have one. I see you. They gotta have some beds for the guests. Так, как я укладываю плитку по диагонали? Мне больше нравится, когда размечаю комнату четко по центрам. Вот я разметил, отбил вилочкой. Вот у меня центр комнаты. И отсюда уже меряю. В одну сторону и смотрю. Вот примерно будет... Вот такие уголочки небольшие. В эту сторону тоже я разметил, тут уголки чуть больше. В общем, от центра самое лучше смотрится. То есть одинаковая будет подрезка, что с этого края, что с этого. Также самое аналогично на той стене и тут. На плитке есть стрелка, стрелкой стараюсь в одну сторону Ты мне
что-то по плоскости, да? Да, если ты выставил, у тебя вот этот ряд уровней, вот и вот это, ты ее уже ставишь вот на крестик, пододвигаешь ее сюда, раз у тебя здесь совпадают углы и тут, значит все, перехочу Христос. Мне нравится, знаешь как, вот ты ряд, когда уже выгонишь, он у тебя длинный пойдет, и потом на весь ряд проложил сразу ведро, стянул и пошел, раз, 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 раз. И стрелка я стараюсь в одну сторону. Главное, что по этой рисунке. Да, ну как... Ну и рисунок, как штамповка шла. Нема ничего сложного, Олег. Иди дома и сам. Ты будешь нормально. Все. Начинаешь руку. Нет, все от... Потом вот эти все нюансы ты по ходу дела. Да. Вот смотри, еще какая фишка. Почему ты видишь, как я решу полностью мешаю? Дело в том, что как-то мне попалась плитка, где на пачке так и написано. Желательно мешать плитку. И реально вот берешь одну пачку, да, начинаешь работать, у тебя тютя в тютю идет четко все. Вторую пачку вскрываешь, все, на долю миллиметров где-то больше. И ты что? Крестик не влазит. И когда смешиваешь, когда у тебя вот так хаос получается, тебе проще этими крестиками играть. Тык-тык-тык, ага, попалась одна в ряду, ну не весь ряд, понимаешь? Тебе проще одну выставить, чем весь рядок мучиться. Раздвинуть или сдвинуть. Да. Не промазываешь. Зачем? Он чистый. Ну, чистый, ну, но он с пылью. И вот так бывает, что он от клея отстреливает это. Нет. И так вообще, как эта плитка даже никогда не было в клею, понял? Так отстреливает. Дело в том, что смотри. Я всегда стараюсь сделать клей не густой, а такой жидковатый. А это же нормально. Он отстреливает только в тех случаях, если он, ну, сухой. Если он, да, густой, это уже мы проходили. Нет, базару нету. Хочешь, чтобы как бы обезопасить себя или как назвать, можешь наносить на стир плитку, либо пол. Вот если я наношу на плитку гребеночным шпателем, то тогда я пол реально цей прохожу на стир. Если я на пол наношу, я плитку не, я ее взял как бы с чистой пачки, все, ну. По крайней мере, за все время у меня не было проблем, честно. Либо плитка, или что-то такое. И в крестиках есть тоже, ну, идет он как трапеция, понял? И ты нажатием на крестик можешь регулировать шов. Ты придавил, он раз, раздвинул чуть больше. Понял? Ну, как бы, короче, контролировать вот это все дело. Как-то я с одним работал, а он только вот так вот, он втыкивает вот так. Соответственно, шов, ну, блин, намного больше становится. И мне пришлось так делать. Во-первых, крестиков идет в 4 раза больше, наверное. Естественно. То есть получается на каждый перекресток 4 штуки становится. Да. Ну и все, вот смотри, теперь разворачиваюсь и погнал сюда. Ну там еще одна целая влазит, ну куда в тот ряд. Да, одна целая, ну можно сразу подрезку сделать. Сразу подрезаю и все, разворачиваюсь, гоню это в край. Дохожу сюда в угол, разворачиваюсь, чик, и пошел на вылет.
Вот такая получилась укладочка плитки. Это уже другое помещение. Я так считаю, что в плитке самое главное хорошая разметка, чтобы красиво все выглядело. Тут я уже делил не по центру. Сначала выложили вот тут вот плитку. Старались, чтобы вот эта плитка выходила на середину проема. Ну, приблизительно. А это уже сделал как продолжение. Вот вроде как вот идет плиточка. И сюда кусочек, вроде как целое. Так, вот эту комнату я сделал за 2 дня. Стяжка хорошая. Все четко, ровненько. Так, и тут вот как получилось. Везде одинаковая подрезочка. Все четко. Здесь уже и декоративочку сделали из обычной шпаклевки. This is a real good.